Дмитрий, зачем вы поехали в Бахмут? Прежде всего для того, чтобы пообщаться с бойцами. Второй момент – это был запрос определенный от бойцов полка Калиновского на встречу с Зиновым Станиславовичем. Ну и третий момент, может быть, он не был настолько осознан, но я считаю очень важным – это преемственность поколений, это определенный опыт и в каком-то смысле символизм. Зинон Станиславович, там можно по-разному относиться к его высказываниям, какие-то… Кто-то принимает, кто-то не принимает, но тем не менее это человек, который стоял в основе воссоздания независимости вот современной Беларуси. И это человек, который внес огромный исторический вклад. И сегодня Бахмут – это то место, где делается история. И то место, где история делается в том числе руками белорусов. Вы встречались именно с белорусскими бойцами, правильно я понимаю? Ну, конечно, мы встречались с белорусскими бойцами, причем не только в Бахмуте, но и на других точках мы встречались с разными частями полка Калиновского. Не удалось встретиться абсолютно со всеми, потому что кто-то на боевых, кто-то в отъезде, кто-то в госпитале. Зинон Станиславович и Павел Усов посетили тех, кто ранен, кто находился в киевском госпитале. То есть, ну, 100% не удалось охватить, но значительную часть, я думаю, там процентов 65-70 личного состава, да. Встречались с теми, кто сейчас обучается, встречались с теми, кто находится в Киеве. То есть вся эта поездка, она прежде всего была, что бы там кто ни говорил, направлена на то, чтобы поговорить с белорусами, которые сегодня спасают честь белорусского народа. Давайте говорить прямо, потому что разница между Россией и Беларусью, значит, как бы, да, можно там что-то пытаться придумывать, что белорусская армия не участвует, хотя там есть вопросы, но инфраструктура дается, помощь дается, аэродромы даются, значит, медицинское обслуживание предоставляется и предоставлялось, армия российская мобилизованная обучается в Беларуси. То есть из территории заходили, то есть здесь есть все признаки соучастия в агрессивной войне. И разница между отношениями, между тем, что, как относятся к россиянам и к белорусам, в том, что белорусы, в отличие от россиян, смогли сформировать действительно боеспособное подразделение, которое действительно принимает участие в том числе на самых горячих участках фронта, показывает себя с очень хорошей стороны, к сожалению, несет потери, что тоже, кстати, показатель того, что действительно принимает участие, потому что если какая-то часть, вот мы там много слышим про разные там российские части, которые как бы... Да, слышали. Ну, слышать-то мы слышим, но видеть мы не видим. А здесь никаких сомнений нет. Угу. Вот мы в прошлый раз наш разговор начинали с того, что я цитировал вам Павла Усова, ну, который был с вами, и который написал, что ему, в общем-то, сейчас не хочется, да, в первые дни, когда он все это увидел, не хочется вообще ничего обсуждать. Все это так мелко и незначительно кажется на фоне вот этого вот, на фоне этой смерти в воздухе, да, на фоне этих пацанов, которые там воюют, на фоне раненых, все. Что вы увидели именно... Ну, наверное, так вот, ну, с точки зрения ощущений, что вы увидели в Бахмуте, да, с чем вы выехали оттуда? Для Павла это первая поездка на войну, и он не имел такого опыта, у меня был опыт в 15-16 году, участие в АТО, поэтому как бы ничего такого особенно нового я не увидел. Ну, разрушенный город, да, развалины, да, обстрел идет, да, но самое главное, что я всегда говорил простую вещь, что я понимаю, почему у него такая реакция. В экстремальных условиях, особенно на войне, с человека вот все это наносное слетает, и там появляется настоящая личность. Многие люди могут прожить всю жизнь и не узнать даже сами, какие они на самом деле. Потому что человек как луковица, на нем много слоев. Там социальное, то, что от нас ожидает общество, то, что приемлемо, то, что модно. А какой человек на самом деле, оно проявляется только в условиях войны, проявляется в заключении, кстати, в экстремальных условиях, в условиях каких-то массовых бедствий. И власть проявляет характер человека. То есть если мы, помните, что как там, прошел огонь, воду и медные трубы. Огонь в данном случае – это война, вода – это деньги, а медные трубы – это власть. То есть только пройдя там через несколько испытаний, личность полностью раскрывается. Что я увидел там? Я увидел бойцов, прежде всего, людей на войне. И людей настоящих патриотов Беларуси, людей, которые не говорят, но делают. Это очень большая качественная разница. Прежде чем перейдем к нашему следующему... Я бы сказал, что я очень надеюсь, что я увидел там настоящую элиту нации.
Потому что я очень надеюсь, что эти люди пойдут в политику. Я говорил об этом с бойцами. У нас есть такое предубеждение, что политика – грязное дело, я не хочу ей заниматься, пусть ей занимается кто-то. Есть много такого спекулятивного. У нас есть компетенции, опыт государственного управления, соответствующее образование. Это все важно, но это вторично. Для политики настоящей, как мне кажется, вот именно характер и личность, то, что человек действительно является патриотом, и то, что человек готов жертвовать собой для нации, это крайне важно. Потому что все может быть. У нас есть примеры, когда человек проходит фронт там, в украинской политике, например, или там в более ранней политике, и потом идет не по тому пути. Там может быть и коррупция, и все что угодно. Но все-таки вероятность этого, на мой взгляд, гораздо меньше. Человек, который готов проливать кровь за свою страну, ее не сдаст. Вероятность того, что он ее сдаст, меньше. Это основной, самый важный критерий, высшая мерка. Выше не бывает. А образование, компетенции, это все приложится. И вот задача, на мой взгляд, гражданского общества Беларуси, белорусской оппозиции, сделать так, чтобы это приложилось. Дать возможность этим ребятам войти в политику и не сделать ее грязной. Потому что если они не пойдут, то пойдут те, кто эту политику сделает грязной. А что будет с теми калиновцами, которые оставляют полк? Которые воюют, уже много случаев было, что вот они воевали, ушли. А в Украине они не нужны, а в Беларуси они вернуться не могут. Ну, во-первых, что значит в Украине они не нужны? В Украине идет война. Значит, полк Калиновского – это добровольческая часть. Это не та часть, куда призывали, и где можно имеются механизмы принуждения. Если мы говорим про, например, украинскую армию, у человека есть призыв, есть ответственность уголовная, есть органы, которые могут к этому, там, военная прокуратура, обычная прокуратура и так далее. Удерживать кого-то насильно никто не собирается. Что будет с этими бойцами? Ну, а что вы предлагаете, что с ними должно быть? Они будут обустраиваться в мирной жизни настолько, насколько им удастся, так же, как любой другой эмигрант. Скажите, пожалуйста, сейчас, я не знаю, как это назвать, атакой, не атакой, но вот то, что мы видели, допустим, на прошлой неделе на Еврорадио, когда сидит боец, это непростой парень какой-то, это боец полка Калиновского, бывший. Вы про Августа? Наверное, в Августе. Ну, который давал интервью Лукашуку и рассказывал о том, что происходит в полку. И я не смотрел. Не совсем, мягко скажем, с выгодной стороны преподносился этот полк на Еврорадио. Что это вообще такое? Это просто честная журналистика или это какая-то такая игра непонятная нам, какая-то атака, может быть, со стороны штаба? Что вы можете об этом сказать? Значит, мне лично это не совсем понятно. Я думаю, что я читал твит, который он написал, там есть вещи, там очень общие утверждения, очень мало фактов. Причем некоторые утверждения, они совершенно неправильные. Мягко говоря, не соответствующие действительности, например, про русский язык и что там про русский язык. Я знаю про то, что там нет белорусской мовы. Я знаю людей, которые в составе штаба и которые были там еще в 14-м, 15-м, 16-м году, уже тогда, когда это еще было как бы не модно, простите за такое выражение, как сейчас, защищали Украину и понимали, к чему все идет. И в том, что я начал там переходить периодически на белорусскую мову, есть их заслуга. Потому что уже в 15-16 они на москальской мове принципово не размовляли. То есть вот у них была такая позиция. И говорить про то, что там нету белорусской мовы, ну это смешно. Говорить про то, что там нет людей с каким-то политическим опытом, это тоже совершенно не соответствует действительности. Но тем не менее, знаете, подразделение растет, оно развивается. Не все находят свое место, это нормально. Кто-то уходит, могут быть какие-то... ну, скажем, не самые благоприятные условия, не все выдерживают. Я бы не хотел критиковать этих бойцов и обсуждать их, потому что если человек даже просто пришел и принял какое-то участие, тем более это участие там даже несколько месяцев, это заслуживает уважения, вне всякого сомнения, его личность заслуживает то, что он это сделал, потому что подавляющее большинство и этого не сделали. По поводу атаки, не атаки, ну, возможно, да, я не знаю, я не держал свечку и не имеют доступа к каким-то чатам, где могут заливаться темники или не могут заливаться темники, где может проходить какая-то модерация или не может, я не знаю. На мой взгляд, это не исключено. Тем не менее, я отношусь к этому лично достаточно спокойно, потому что у меня всегда и было глубокое убеждение, что никакой пиар в долгосрочной перспективе не может победить деятельность.
Когда мы говорим про полк Калиновского, там есть очень простая вещь. Это деятельность. Это вот люди, которые находятся на фронте. Это люди, которые организовались. Это самое большое национальное подразделение в рядах вооруженных сил Украины. Это люди, которые воюют. Люди, которые с общим врагом, в чем я абсолютно убежден, приближают победу, деоккупацию Беларуси. И у них есть результат. Это деятельность. Если мы говорим про киберпартизан, которые объединились с полком, есть взломы, есть результат, это деятельность. А когда мы говорим про пиар и бесконечные там вот эти выступления на Ютубе, на телевизоре, где-то еще, ну, это в значительной степени просто пиар. Для меня деятельность важнее пиара. Я убежден, что белорусский народ и там оппозиционная его часть достаточно разумны, чтобы видеть разницу между двумя этими процессами или там видами существования, видами активности, причем разницу качественную. У нас почти 20 тысяч подписчиков, сейчас нас смотрит 2 тысячи человек онлайн, почти без малого. И я вот задам вам такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что если бы я сегодня оставил бы эту студию Людмиле и уехал бы воевать в Украину, то я был бы все-таки более прав, скажем так, в своих действиях, как человек, убежденный, что что-то надо менять в Беларуси в том числе, да? Или... А не осталось других путей менять, кроме как через такого рода деятельность. Слушайте, все пробовали, все делали, все остальные методы исчерпали себя и показали свою неэффективность. Мы видим, что до тех пор, пока Лукашенко и его режим будут поддерживаться Россией, у них будет достаточно возможностей, чтобы с помощью террора и насилия контролировать территорию и население. Де-факто я не говорю удерживать власть, потому что это не совсем власть, это скорее контроль территории и населения Республики Беларусь. Значит, без поражения России, без ее значительного ослабления, шансов у нас нет. Но даже при этом все равно у Лукашенко останутся значительные возможности, которые нельзя будет перебороть без кинетического компонента. Соответственно, кинетический компонент, да, он сейчас куется в Бахмуте, и не только, в полке Калиновского, другими белорусскими добровольцами, но прежде всего в полке Калиновского, потому что это белорусская часть, наиболее состоящая практически из одних белорусов, там есть несколько представителей других национальностей, в том числе с Европы, например. Ну, это очень небольшие вкрапления, просто люди, там, которые и раньше находились на связи или имели там возможности связи еще в период войны, которые... У нас все время, я слышу несколько раз от белорусских журналистов, война началась в 22-м или там 24 февраля. Слушайте, война началась в 14-м. И люди, которые это понимали, в том числе белорусы, там были с 14-го года. И вот среди них там были какие-то побратимы, например, из там, других стран. Но полк на 98-99% состоит из белорусов. Граждан Беларуси. Я не знаю, там этническую принадлежность я не выяснял. Мне это никогда не было интересно, но это граждане Беларуси. Смотрите, вот у вас такая позиция, мы понимаем ее, однако, конечно, мы тут слабые социологи, тем не менее, когда смотрят там десятки тысяч человек и голосуют тысяча или две, то какая-то вот выборка уже есть. И вот у нас был опрос по поводу Светланы Тихановской, по поводу Зенона Поздняка. Насколько две эти фигуры, да, вот вы, грубо говоря, за кого, да, мы спрашивали у зрителей, и там с каким-то невероятным преимуществом, 76, по-моему, процентов на 76 на 20, что ли, на 17, победила Тихановская. И вот в связи с этим вопрос от наших зрителей, потому что зрители очень активно сейчас вам задают вопросы, мы тут отбиваемся, но тем не менее, EU4Me спрашивает. В случае прихода к власти, с кем вы будете сотрудничать? Кто будет управлять городами, предприятиями? Хватит ли людей, разделяющих с вами радикальные, в моем понимании, это он так пояснил, радикальные взгляды? Вот такой вопрос. В случае прихода к власти кого? Представителей полка. Вот таких, скажем так, давайте я начну вопрос с такого вопроса. Вы верите в дипломатическую смену власти в Беларуси? Нет. Хорошо, допустим. Что, опять же, давайте что мы подразумеваем под дипломатической. Если вы говорите, например, о круглом столе, как это было в Солидарности, в Польше, где я сейчас нахожусь, и это вы называете дипломатических, то это возможный вариант, но только в случае крайнего принуждения режима к данным действиям.
При этом внешнего давления будет недостаточно, необходимо давление внутреннее. И это внутреннее давление в том числе может создаваться и полком Костуся Калиновского, но не только, и населением Беларуси, и гражданами Беларуси, прежде всего теми, кто находится внутри, и теми, кто готов это осуществлять такое давление. То есть вот когда мы будем иметь сочетание нескольких факторов, при этом крайне мощного давления, тогда, может быть, при определенных условиях, может быть дипломатическое решение. Бескровное, скажем так. Что вы подразумеваете под бескровным? А у нас в 2020 году никого не убили? Кровь не пролилась? Пролилась. Так это было... Без нового этапа с кровью, скажем так. Вот о чем. Сегодня, по нашим оценкам, от 5 до 7 тысяч человек, может быть больше, находится в местах лишения свободы Республики Беларусь по политически мотивированным приговорам. Уверяю вас, каждый день у них проливается кровь. Я абсолютно убежден, что когда такое количество людей находится в тюрьмах, рано или поздно будут новые смерти, это неизбежно. Они находятся в тех условиях, когда их практически убивают отказом в медицинском обслуживании. В тех условиях содержания, в которых они находятся, питание. Это тоже убийство. Ну, понимаете, как бы я как врач не вижу большой разницы. Всунули нож в человека, и он умер от кровопотери, или его задушили, и ни капля крови не пролилась. Это все равно убийство. Кровь льется. Ребята, которые находятся на фронте, они льют свою кровь за будущее Беларуси, на борьбу с Россией. То есть и Путин, и Лукашенко без всякого сомнения льют эту кровь. А при этом, заглянув в эту бездну, значительная часть нашей, скажем так, либеральной оппозиции отказывается видеть эту бездну и хочет это развидеть. И продолжает существовать в каких-то сказках и в каких-то иллюзиях, которые могли быть допустимы до 2020 года, может быть, для какой-то части, хотя не для всех. Но сейчас мы находимся на войне. Против белорусского народа ведется война. Беларусь де-факто оккупирована. Мы видим, что уничтожается все, связанное с Беларусью, белорусской мовой, белорусской культурой, белорусской идентичностью, белорусской политикой. И превращается в какую-то резервацию, которую зачищают для чего? Либо для того, чтобы создать какую-то новую нацию, там, я не знаю, лукашистов, сомневаюсь. Либо для того, чтобы дальше это было легче интегрировать в Россию. Ну, мне это как-то кажется более вероятным. Вы отказываетесь, и вот когда человек задает такой вопрос, при всем уважении к задавшему или к вам, вы отказываетесь признать реальность. А реальность такова, что мы уже на войне, а вы уже беженцы, де-факто. Потому что у нас, мне очень не нравится это слово «релоканты», которое использовалось. Давайте называть вещи своими именами. Белорусы, которые находятся в Польше, они беженцы, потому что они бежали от того, чтобы их не посадили. Так же, как есть украинские беженцы, которые бежали от войны, чтобы их не убили. То есть, ну, война идет, Беларусь – оккупированная территория. Нужно бороться за ее освобождение. Кровь льется, льется с 20-го. Да и до 20-го. Давайте не забывать, что был 99-й. Что делать со всеми этими миллионами? С миллионами тех, кто вроде бы как не против интеграции с Россией, с теми, кто вроде бы как вы говорите, отворачивается от этой правды, закрывает глаза и все продолжает играть в розовых пони. Что делать с миллионами этих людей? Как им донести, что сейчас война и что единственный способ победить в этой войне – это убить врага? Вот... Как им донести? Ну вот с помощью, наверное, для этого существуют журналисты, чтобы что-то доносить. Второе, для этого существуют лидеры, чтобы что-то народу объяснять. Потому что есть два типа лидерства. Есть тип лидерства, когда лидер пытается там тщательно проводить социологические опросы, замерять, поняться, пытать, чего народ хочет, и потом как бы идти, исходя из этих пожеланий. Это тип лидерства, который может быть и неплох на мирное время. Есть тип лидерства, когда лидер ведет за собой нацию, когда лидер ведет за собой народ, когда он объясняет, что происходит, когда он может говорить очень неприятные вещи. Ну, посмотрите на Черчилля. Его тип лидерства, ведь до вторжения во Францию Черчилля не пускали в приличные клубы. Ну, Фейсбука тогда не было. И вместо того, чтобы трепаться в Фейсбуке, джентльмены, там, занятые в политике, ходили по клубам. Так Черчилля во многие клубы не пускал Дворецкий, который, потому что он считался чуть ли не сумасшедшим оригиналом. И как поменяло, потому что то, что он говорил, казалось всем невозможным. Ну, значит, наверное, нам нужен другой тип лидерства, раз. И, наверное, нужны СМИ, которые будут готовы обсуждать неприятные вопросы, а не просто там бесконечно целовать этих лидеров в попку для того, чтобы, не дай бог, никого не обидеть.
По поводу опросов, миллионов, которые не против интеграции с Россией. Значит, я бы хотел видеть эти опросы, так как я регулярно общаюсь с белорусскими социологами. Могу сказать, что ведущими. И они говорят простую вещь, что очень важно, как сформулирован вопрос. Если мы формулируем вопрос о том, что хотите ли вы, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации, то поддержка там на уровне 2-3-5% угу. по разным временам, причем стабильная. При этом их мнение заключается в том, я прошу прощения. Да, пожалуйста. Я сам такой. Когда задается вопрос о интеграции, то белорусы подразумевают, белорусы понимают под интеграцией хозяйственные связи, торговлю, возможность перемещений, но не вхождение в состав Российской Федерации. И тут очень-очень важно, насколько этот вопрос корректно сформулирован. Когда они задаются четко, ясно и корректно, то там никаких миллионов нету за поддержку и вхождение в Россию. Но и понимания пока нету, что Россия это... Может быть, я вас неверно понимаю, но вот как бы... Что Россия – это враг Беларуси. Что Россия – это враг. Да. Однозначно и абсолютно. А откуда может взяться это понимание, если средства массовой информации задавлены, если позиция даже до 2020 года того сегмента, который принято было называть независимыми средствами массовой информации, была в значительной степени, ну, скажем так, весьма условно мягкой. Этот вопрос старались либо прямо не обсуждать, ну, никто практически прямо не говорил, что Россия – это враг. Враг независимости Беларуси, враг демократии в Беларуси. Мы видим, что это страна-агрессор, страна, которая готова убивать. И при этом это проблема не в Путине, проблема в имперской сущности России. Ну, смотрите, мы можем с вами... Есть люди, которые это понимают, да? Но мы же должны все-таки исходить из реальной ситуации. Вот мы приходим в детский сад, и там у нас там 20 детей. И мы знаем прекрасно, что если они сейчас выйдут без шапок на мороз, то, ну, скорее всего, будет потом менингит какой-то где-то что-то. Вот. И ты говоришь об этом детям, но они же как бы, а им хочется без шапки на мороз. Вот то же самое и здесь сейчас. Мы-то с вами понимаем, что это враг. Но вот опять же вопрос задает, между прочим, журналист Белсата. Понимаете ли вы, что когда полк Калиновского заявил про политические амбиции и начал наезды на Тихановскую, то он сам как бы вот отштурхнул от себя частку белорусов, которая тоже за перемены? Может быть, слишком радикально и быстро это все происходит? Может быть, ну, не знаю, вот вопрос. Ну, а может быть, для военных нормально быть радикальными, быстрыми, решительными и прямо говорить те вещи, которые они думают? Мне кажется, что нормально. А может, так, может быть, тип лидерства возможен и нужен? Да, что случилось? Нет-нет, вы продолжите мысль, у меня сразу вопросы рождаются просто. Извините. Хорошо. Значит, ну, понимаете, если... Все хотят дипломата, то это одна история. Но военные, да, они прямые, они бывают резкими, они бывают решительными, они называют вещи своими именами. И я думаю, что в этом тоже есть свои плюсы, как и минусы, как в любом варианте действий и продвижения какой-то идеи. И то, что общество сейчас это не принимает, не значит, что это не будет принято в будущем. Ну и кроме того, я думаю, что сегодня будет пресс-конференция, будут кое-какие новости. Пока разглашать не буду. Которые частично ответят на этот вопрос. По поводу детей без шапок я вас не совсем понял, честно говоря. Это было что? Что белорусы дети в своем большинстве? Или они инфантильны? Или у нас есть инфантильная политическая часть общества? Это была такая аналогия, может быть, она корявая, но да, действительно, многие белорусы не понимают, ну как, я не могу сейчас утверждать от лица многих белорусов, но я там встречал, и это есть, вот как бы, вот это витает, ну да, русские вот не так нельзя, вот как в Украине, но почему враги, они не враги, это Путин плохой. Вот значит, понимаете, война это такая история, на которой приходится определяться, ты там за этих или за тех. А если ты не определишься, то ты становишься с высокой степенью вероятности просто ресурсом для обеих сторон. И на войне нельзя оставаться нейтральным, и когда ты вовлечен в войну. Можно оставаться нейтральным в Швейцарии, сидя в Швейцарии по поводу этого конфликта. А находясь в Белоруссии, которая вовлечена в действие, рано или поздно определиться придется. Более того, я не думаю, что Россия будет отступать, и, возможно, белорусам придется вовлечься в эту войну еще больше. Тогда еще больше будет необходимости определяться. По отношению к России, значит, вернее, к войне, значительная часть белорусов вообще не осознает о том, что это война.
Есть часть общества, там, скажем, примерно по социологическим исследованиям, примерно, я сейчас могу путать цифры, не скажу точно. Ну, грубо говоря, половина на половину, то есть там да, даже немножко меньше половину, нет войны, то есть это люди, которые выступают против войны, и немножко больше половины, которые нет войны, то есть они считают, что войны нет, есть специальная военная операция, что там, значит, никого не убивают, что там только боевиков, это люди, которые находятся в поле российской пропаганды. И, значит, ну, то, что значительная часть белорусского общества отдана в поле российской пропаганды, это в том числе недоработка и журналистов, и наших медиа, и наших ресурсов, и информационной политики, потому что я вижу информационную политику, вот на кого вещает, вы вещаете? Вы вещаете на какой у вас зритель, вы же его прекрасно знаете. Это люди, которые уже все поняли. Это люди, которые, ну, в принципе, оппозиционные, неважно, там, они за Тихановскую или за полк Костуся-Калиновского, но они против Лукашенко. А где у нас какие-то средства коммуникации и механизмы работы с теми, кто не определился? А где у нас средства коммуникации, механизмы работы с теми, кто за Лукашенко, например? Их фактически нет, ведь нет каналов коммуникации, нет проектов и нет идей. Единственное, что у нас были дебаты, участвовал, я пытаюсь вспомнить, кто участвовал, Талерчик, с кем у него были дебаты, там, по-моему, платформа 375 делала, с кем-то про власти. С Озаренком, может быть, да. Ну, с вот этими пропагандистами, да, было. Ну, неважно. Но это форма, при которой, кстати, было очень много негативной реакции, на мой взгляд, зря. Потому что, с одной стороны, это возможность донести какие-то свои нарративы до той части белорусского общества. Потому что смотреть нашу с вами передачу они, скорее всего, не будут. А вот дебаты с Озаренком они посмотреть могут. И это какой-то хотя бы ручеек, как начать перетягивать на свою сторону. Не перетянув на свою сторону прежде всего колеблющихся, ни на какой успех мы рассчитывать не можем. Это очень интересная мысль. А вот, вот какая мне пришла мысль в голову. Вот мы вещаем, да, нас сейчас смотрят 2100 человек в прямом эфире. У Гордона вчера, где было где у него 3,5 миллиона подписчиков, смотрели 2500. Мы неплохо, в общем, держимся в этом плане. И просмотры у нас есть, я говорю, почти 20 тысяч подписчиков, там, ну не 20, я уже соврал, 17. И мы упираемся в то, 80% нас смотрят из Беларуси. Мы упираемся в то, что, ну, как-то люди не распространяют. Это YouTube. Это легко распространить. Легко. Как сам издат когда-то. Нет. Нет, нелегко. Почему? Это сложно. Люди боятся в интернет заходить сегодня в Беларуси многие. Особенно тех, с кем поработали спецслужбы, ГУБОПИК, МВД. Подождите, Дмитрий, извините. В Беларуси живет 9 миллионов населения. Там с небольшим. ГУБОПИК и все остальные поработали сотни тысяч. Это при самых для ГУБОПИКа оптимистичных раскладках. Из этой сотни тысяч еще семейных прибавить. Да, плюс-минус. Что остальные 8 миллионов? Это активная часть общества, которая и могла бы распространять ссылки, которая могла бы сообщить кому-то о передаче, которая могла бы поставить это в группу в Фейсбуке либо в другой социальной сети, которая могла бы написать комментарий. Люди боятся писать комментарии, люди боятся лайкать. Такова реальность Беларуси сегодня. Я понимаю, что это не про 100% населения, не про 100% народа, но это в значительной степени то, что происходит. Люди боятся. Такова реальность. Скажите, а вот эти платформы, вот этот разговор, допустим, Талерчика и Озаренка, эти дебаты, на которых, по сути, ведь не было, ну, я посмотрел, не было ничего сказано ни с одной, ни с другой стороны толкового. Есть ли шанс, потому что, например, иногда просто не верится в то, что есть шанс переубедить зомбированного, или все-таки эти шансы есть, и потихонечку, помаленечку надо туда бить? Значит, первое, давайте разделим тех, кто не определился. Есть значительно, значит, зомбированные – это ебатьки. Да. Ну, говоря простым языком. Какой процент их от населения? Не знаю, ну, говорят, самом... 15-20. Да, самая высокая оценка, которую видел 20%. Я думаю, что меньше. При этом они зомбированы по-разному. Есть люди, которые поддерживают Лукашенко не потому, что он им нравится, а потому, что он им не нравится, но все остальные не нравятся им еще больше. Есть люди, которые среди ебатек, которые говорят, да, мы видим, вот-вот проблема, раз, два, три, четыре, пять у Лукашенко, но у его конкурентов или альтернатив мы видим проблем 7, 8, 9, 10.
Значит, из этих 20, скорее всего, по-настоящему зомбированных будет там 3-5-7%. Ну, так, навскидку. Значит, те, кто реально поддерживает оппозицию, ну, это 20-25, ну, может быть, 30%. Складываем 30 и 20, получаем 50. И у нас еще 50 тех, кого принято называть неопределившимися, нейтральными или, используя классическую терминологию, болотом. Вот куда эта часть населения пойдет, те и победят. В 2020 году именно она определила массовость протестов. Именно она определила столь такую остроту кризиса. Именно эта часть. Более того, это нормально. Посмотрите, что происходит в Штатах на выборах. За кого борются? За голоса чьих? Нейтральных, неопределившихся. То есть те, кто республиканцы, уже будут голосовать за республиканцев. Те, кто... Демократы будут голосовать за демократов. И основная битва в электоральную кампанию происходит за тех, кто не за тех, не за этих. Ну, понятно. В Штатах еще поразило за независимых, так называемых, избирателей. И у нас ситуация не уникальна. Вот у нас там 50-40% этих независимых, и с ними надо работать. А работать с ними тяжело. Потому что комфортно работать с теми, кто за тебя. Тебе задают приятные вопросы, тебе... на тебя хорошо смотрят, тебе могут не критиковать, а работать с такими сложно, они могут, да, но работать надо. Именно от их решения и будет зависеть будущее. И Лукашенко, кстати, с ними работает, и его пропаганда тоже, как российская. И де-факто на сегодня у нас огромный провал в информационном поле по Беларуси. Медиа-стратегии нормальной нет, а у россиян есть. Каналов коммуникации нет, а у россиян и режима есть. Ресурсов на это нет, а у них есть. И, соответственно, тогда и результаты отношения к войне, которую люди не видят. Потому что они видят это все через русский телевизор. Через там условного Соловьева и Скобеева. Через Озаренка или там через другие каналы, которые там на каждой сегментированной пропаганда идет на разные части населения. Тут такой был вопрос у нас в чате для вас. Я полностью подпишусь. Что делать? Как тогда быть? На что надеяться, спрашивает Либертас. Что делать, Дмитрий? Что делать? Если вы готовы по физическим, моральным и там своим состоянию здоровья, подготовке воевать, вы идите воевать. Если у вас для этого нет возможностей каких-то, и вы находитесь в эмиграции, есть хоругви, присоединяйтесь к хоругвям и готовьтесь. Если вы находитесь в Белоруссии, то если у вас есть один, максимум два друга, создайте ячейку. Начните изучать тактику протестов. Причем тактику, в том числе, протестов, там, скажем, с силовым компонентом. Озаботьтесь материально-техническим обеспечением. Подумайте и изучите, как сделать коктейль Молотова. Какие могут применяться средства индивидуальной защиты. Как захватывать здания и их оборонять. Если у вас есть возможность, но не создавайте слишком большую группу, потому что, как правило, группы больше трех человек сыпятся. Там будет провокатор. Либо на вас выйдут и заберут. Озаботьтесь тем, чтобы подготовить себя физически, в том числе там, займите физкультурой, бросьте курить. Ну, мне это тоже можно было, это, так сказать, порекомендовать. Но у меня, к сожалению, уже немножко староватый возраст, мне это уже не поможет. Это прежде всего обращение к тем, кому там до 40-45. Готовьтесь к тому, чтобы вернуть власть народу, а никто, кроме народа, власть народу не вернет. Ну, либо тогда терпите, приспособьтесь. А если не можете терпеть и не готовы бороться, то бегите. В общем, все очень просто. Либо боритесь, либо смиритесь, либо бегите. Очень многие надеются на ВСУ. А каким вы видите развитие событий в Беларуси? Вот что может быть? Что вы можете предположить? Что будет дальше? Дальше будет интересно. Как говорит у нас один небезосвистный персонаж. Будет очень интересно. Значит, что будет? Смотрите, никто никогда не предсказал, когда именно произойдет революция. Но мы видим, что те причины кризиса, которые привели к 20-му, они никуда не делись. Они не решены. Есть объективные факторы, которые определяют кризис системы вот этой авторитарной, диктаторской, которая есть в Беларуси. Рано или поздно будет следующая вспышка политизации. Когда? Я не знаю. Может быть, через месяц, может быть, через 10 лет. Никто не знает и предсказать не сможет. Будут следующие массовые выступления и протесты. И очень важно, чтобы к этому времени были осознаны, ну, скажем так,
ошибки, недостатки, просчеты, наивные надежды, которые были в 20-м, чтобы люди понимали, что нужно выходить один раз, и не с цветочками, а с коктейлями Молотова, с оружием, которое они смогут найти, выходить решительно, не пытаться о чем-то с кем-то разговаривать, там кричать «милиция с народом», понимать, что при этом, да, важны и массовые демонстрации тех, кто не готов на такие радикальные действия, ну и радикальные действия, не говорить о том, что как это было в 20-м, когда у человека видят арматурину за пазухой, чтобы его не сдавали ментам, а понимали, что люди с арматуриной тоже нужны для того, чтобы когда придет ОМОН, было чем его встречать. И, соответственно, когда будет этот кризис, когда и если он наступит, когда будет следующая революционная ситуация, иметь лидеров, которые будут иметь ясный план действий, готовиться к этому как внутри, так и за границами Беларуси. И в том числе калиновцев, которые сами по себе одни не решат проблему. Если кто-то надеется, что придут калиновцы и там все порешают, а всем остальным можно сидеть на диване и смотреть по Ютубу, как происходит, то нет, так не будет, так не случится. Они могут стать там той соломинкой, которая ломает хребет верблюда. Они могут стать той частью протеста, которой очень не хватило в 20-м, чтобы когда толпа стояла перед дворцом, были организованные, слаженные, умеющие это делать люди, которые бы штурманули этот дворец. Это не гарантировало победу, но это давало шанс. Отсутствие штурма гарантировало поражение. Дмитрий, а в августе 20-го года вы были в Минске? Нет, я не был в Минске, потому что еще до августа 20-го года я говорил ровно то же самое, что говорю сейчас. Говорил это с многими лидерами и сказал, что я не мазохист, у вас нет шансов, вы проиграете. Люди просто рано или поздно устанут ходить, полировка минской плитки не ведет к победе, и поэтому никуда я не поеду. Более того, в августе 20-го мне звонили с Минска и говорили, мы уже победили, почему ты не приехал, приезжай немедленно, потому что если ты не приедешь прямо сейчас, все должности разберут, и в лучшем случае поедешь заведовать отделением здравоохранения, райздравотделом в Брагинском районе. Значит, и тогда же я говорил, что нет, вы не победили, шансов нет. И такая стратегия не может привести к победе. Смотрите, но я вас рассматриваю все-таки как часть политической силы некой, а не как часть исследователя просто или обозревателя, да? Ну, мне кажется, так правильно. Или не совсем? Ну, или политик, просто... политик не может не быть исследователем, потому что если у политика нет методологической базы анализа ситуации, нет инструментов понимания и прогноза, да, он опирается на экспертов, он с ними консультируется, но решение он принимает сам. То это, простите, не политика, а я не знаю что. Но вы сейчас говорите об арматурах за пазухой, о коктейлях Молотова, а при этом и о каких-то лидерах, которые должны будут этот протест новый возглавить. А при этом вы находитесь в Польше. Немножко странно. До этого я находился в Украине. И я думаю, что очень скоро я вернусь туда-обратно. И уже оттуда? Правильно я понимаю мысль? Что уже оттуда? И уже оттуда вы сможете примкнуть к тем лидерам, которые возглавят именно силовой протест. Значит, силовой протест должны возглавлять люди, которые профессионально в этом что-то понимают. Я думаю, что это прежде всего выходцы из полка Калиновского, тех, кто воюет. Моя роль – это помочь в тех вопросах, в которых я могу помочь, там, поддержать в каком-то смысле. Сегодня ни один лидер из Беларуси не может находиться в Беларуси и публично что-то говорить про силовой протест. Потому что не то, что лидер, а просто обычный человек. Минут через 10-15 он заедет либо на Володарку, либо на Американку. А минут через 20 его будут бить где-нибудь в губопике или в конторе по почкам, вот, чтобы он телефон открыл. И никакая пропаганда и агитация за то, что у нас не осталось другого пути, кроме права на восстание и других вариантов, внутри Беларуси невозможно. Ваш вопрос звучит так, что ты, чувак, сидишь вот в сытой, теплой, с электричеством Польши и чего-то там вещаешь белорусам, которые сидят в Беларуси. Значит, ну, я правильно его услышал? Да. Ну, а как по-другому вы предлагаете это сделать? Поехать в Беларусь и вещать оттуда? Я думаю, что меня будут прямо на границе. У меня там уголовные, вообще-то в списке террористов, у меня там уголовных дел, я не знаю, перестал считать. Знаете, такой вопрос с подколочкой и двойным смыслом. Ну, как так, бы уже так, давайте, у нас давайте прояснить, понять. Нет, давайте я вот свою позицию изложил, а вы свою позицию изложите, чтобы двойных смыслов не оставалось.
Ну, я здесь для того, чтобы задавать вам вопросы, а не для того, чтобы свою позицию излагать. Но если мы в таком диалоге, то те вещи, о которых вы говорите, в общем, я с ними согласен. Как ни странно. Абсолютно. Но черт знает, может быть, все-таки призыва-то не было в ваших словах. Вот тут, понимаете, тут очень призыва важно. Вы, готовиться, там, коктейли Молотова. Призыв был. Если я неясно сказал, то готовиться к этому надо. Призыва к тому, чтобы выходить на улицы, не было. Потому что выходить на улицы нужно в тот момент, когда для революции есть как объективные, так и субъективные предпосылки и условия. В данный момент этих условий нет, это очевидно. Мы находимся в периоде реакции. Любой призыв к революции – это провокация в данный момент. Революционная ситуация… Вообще, революция – это интересная глубокая тема, про которую писали авторы. Начнем с того, что вообще общепринятого определения революции не существует на сегодня. Тем не менее, я не хочу лезть сейчас там в академический анализ, потому что это интересно, но очень долго и сложно. Но упрощая, но при этом сохраняя суть, революция может быть успешна только тогда, когда у нас есть революционная ситуация и предпосылки, и субъект революции. То есть та партия, движение или группа лидеров, которые способны возглавить, призвать, организовать и осуществить. И это именно то, чего не хватило в 20-м, потому что не было ни призыва, ни способности возглавить, а осуществить и организовать. При этом лидер может находиться за границей. В некоторых случаях это нормально. Посмотрите на там, исламскую революцию в Иране. Примеры такие есть. Лидер может находиться внутри, может быть, то есть варианты разные, зависит от ситуации. Нет, я. Ну вот вы ответили на вопрос, потому что я же об этом и спрашивал, да? Одно дело призвать сейчас выходить на улицы и забрасывать сейчас, а другое дело быть готовыми к этому, готовыми. Да? Вас же никто не посадит за то, что давай, вы. Вот смотрите, хорошо, что вы прояснили, потому что, возможно, я недостаточно артикулировал. Мне кажется, что это нормальная проблема коммуникации. Мне кажется, что я говорю понятно, а это нормальная вещь. И вот как раз хорошо, что вы задали такой вопрос. Значит, готовиться, естественно, а не выходить сейчас. Более того, я вам скажу, что по супротиву у нас ситуация, когда нам приходится отговаривать людей идти на какие-то акции, потому что я уверен, что эти акции суицидальные и бессмысленные. Да, журналисты будут писать 3 дня, а потом забудут. Может быть, неделю. Людей посадят. Хорошо, если посадят, не прострелив колени или еще что-нибудь сделав. И ничего эти акции не поменяют. А готовиться, да, сейчас надо. Но при этом ждать той ситуации, когда будет шанс на успех. А не просто суицидальный, бессмысленный выход. Ради чего? Ради позы? Ради жеста? Это ничего не решит. А шанс на успех будет зависеть от ВСУ? То есть вы хотите, чтобы ВСУ зашло в Беларусь и порешало вопросы? Не-не-не-не-не. Вот, например, когда у нас появится шанс, минимальный хотя бы шанс на успех? Тогда, когда в Украине победят... Украинцы. Ну да, украинцы. Необходимо, но недостаточно. Угу. Это условие необходимое, но недостаточное для появления шанса на успех. Это один из факторов. Угу. Без которого шансов нет, но без наличия еще нескольких факторов шансов нет тоже. Еще одним фактором будет, как это поражение будет воспринято в России. Почему-то все считают аксиомой, что поражение приведет к развалу России, там, какой-то революции, переформатированию. Это совершенно не факт. Ушли русские из Херсона, и что в России? Да пофиг всем в России на этот Херсон. Никто, в общем, на это внимание не обратил. Уйдут, там выгонят российскую армию из Луганска и Донецка. Это еще, кстати, сделать надо. Это далеко не просто. Я думаю, что этот год для Украины может быть хуже, чем предыдущий для вооруженных сил Украины. Тяжелее. Но, допустим, все сложилось идеально. Выгнали. А факт, что Россия развалится или там что-то произойдет? Да нет, вовсе не факт. Как будет развиваться экономическая ситуация в России? Насколько Россия будет готова и способна поддерживать режим Лукашенко? То есть нам необходим серьезный кризис в России, чтобы так или иначе с развалом без развала, с революцией без революции повторилась ситуация 18 и 91 года, когда империи не до окраин. Угу. Тогда появляется шанс появился и у Финляндии, и у Белоруссии, и у Польши, откуда все это взялось, и у Украины. Тогда у нас появилась БНР, появились украинские первые вот эти государственные образования, кавказские.
Потом 91 год, когда опять России, как империи, не до окраин, и есть возможность что-то там поднять, эту независимость, значит, ну, вот тогда только у нас появляются какие-то шансы. И вот тогда, да, важны калиновцы и важна ситуация внутри Беларуси. И третий компонент – это отношения с Западом, это дипломатическая поддержка, дипломатическое давление, ресурсное обеспечение. То есть, условно говоря, дипломатический блок. То есть блоков должно быть несколько. Должен быть блок дипломатический, блок силовой, блок внутренней политики и внутренней готовности, блок информационный. И все это вместе. Когда это все будет, если мы не соберем к тому моменту все эти компоненты вместе, то у нас будут необходимые, но недостаточные для успеха ресурсы. Ну хорошо, зафиксировали. Да, спасибо. Что сегодня насчет Запада? Поговаривают, Западу совершенно наплевать на то, что происходит в Беларуси на фоне войны с Украиной. И про Беларусь все забыли, и про политических забыли. Слушайте, у нас с вами получается какой-то сексистский эфир. Мы не даем слово женщине, мне это не нравится. Тем более женщине очень симпатичнее. Да, ну вот такой у нас эфир сексистский. У нас всегда такой. Зато Люда сильная. А это неправильно. Я бы вот все-таки, если вы не возражаете, был бы очень благодарен, если бы хотя бы какую-то часть мы услышали мнение женщин, тем более, что женщины в Беларуси – это сила. Мы видели, как женщины выступали на протестах, какие были женские марши. И вообще-то женщин в Беларуси больше, чем мужчин. То есть мы вот с вами оккупировали весь эфир, а большинству как бы не даем возможность высказаться, по крайней мере, представительницы большинства. Вы хотите, чтобы Люда высказала свою точку зрения, да. Или вы просто хотите, чтобы она вопросы задавала? Это ее выбор, она может высказать точку зрения, либо задать вопросы, это не мне диктовать, но мне просто не нравится, что мы не даем возможности, как-то уж очень у нас все это получается дисбалансно. Все получается хорошо, вы не беспокойтесь, вы под плотным контролем. Оба, да. Но я сожалею, что вам не под нравится. Под жесточайшим. Однако, знаете как. Ну, Люд, я не знаю, можешь высказать свою точку зрения. Хотела бы закончить по поводу вопроса с Западом, угу. Спросил. Да. Ну, с Западом, значит, смотрите. Первое, значит, конечно. Если сравнивать ситуацию 20-го и 23-го, то фокус в значительной степени сместился на Украину и на войну в Украине. Но если сравнивать с 17-м, 16-м, 14-м, 10-м, 9-м, то уровень интереса больше. Некоторые признаки проявления интереса к Беларуси я вижу со стороны Запада. Причем я очень не люблю Запад, потому что, понимаете, и Португалия Запад, и Япония, условно говоря, Запад, САЖ Запад, и Литва с Польшей тоже Запад. Да по большому счету сейчас и Украина уже тоже Запад. Это все очень разные страны. И следующий момент. Война, просто война изменила подходы. Война в каком-то смысле, она ж как про человека, так и про политику. Она проявляет сущность. А сущность в чем? Результат-то есть. А выники-то есть? А пощупать ручками что-то можно? Вот в результате этих всех политических действий. А поддержка есть? Ну, проявите, покажите. Просто подходы к политическим силам, там, средствам массовой информации, движениям оппозиционным у Запада изменились. И изменились, на мой взгляд, в более реалистичную сторону. Значит, просто разговоров про ценности и про то, что мы за все хорошее против всего плохого, уже недостаточно. Mm-hmm. Есть пример Украины, есть рамка войны, которая требует других действий, других подходов, других критериев по сравнению с теми, которые были. И поэтому, когда это появляется, вот эти другие критерии, другие подходы, тем, кто привык к старым, может казаться, что пропал интерес. Но я думаю, что это не так. И еще один момент, в рамках которого, в тренде которого интерес к Беларуси нарастает. Это что будет после войны? Война ведь ведется не для того, чтобы убивать друг друга. Никогда войны не велись для этого. Ну, за редкими исключениями, там, в истории они были, но это исключение. Все-таки война ведется для достижения мира, который лучше, чем предвоенный, хотя бы для одной из сторон. Как правило, для той стороны, которая начинает войну. И вопрос войны – это вопрос о том, что будет после войны. Какой будет Европа, какой будет регион, какие будут новые правила игры. И в этом рамке сложно обойти Беларусь. Потому что если вы просто откроете карту и посмотрите на нее, то увидите, что Беларусь такой балкон в центре Европы, который нависает над Украиной, который граничит с Польшей еще с двумя странами. И который, если он отходит к России, очень значительно изменяет просто геополитический расклад.
военный расклад, стратегический расклад. И здесь встает вопрос, что и как делать с Белоруссией. Этот вопрос обсуждается. И есть два варианта, как бы, ну, хороший и плохой, как в том анекдоте. Первый, плохой для нас, я считаю, что Беларусь остается за условным рвом с морозоустойчивыми крокодилами, которые отделяют и Россию, и Беларусь. И второй вариант, это когда Беларусь, ров проходит по границе между Беларусью и Россией, с теми же морозоустойчивыми крокодилами. Значит, и тогда без безопасной, проевропейской, национально ориентированной, демократической Беларуси устойчивой конфигурации мира в Восточной Европе не предвидится, на мой взгляд. Хотя как есть и те, кто придерживается другой точки зрения, накидаем ресурсов, да, граница будет длиннее, но нам хватит ресурсов накидать и на эту гораздо более длинную границу. Ну, тут еще вопрос о репарациях. Тут же много вопросов, на самом деле, о том, много, что будет после войны. Много. А что много. Котейкин у нас спрашивает в чате. Вот вы сейчас говорите о западной позиции, поддержке и так далее. Ну, так, в общих чертах. Вот Подорня Тихановская, она тем и занимается, чтобы Запад постоянно обращал на нас внимание, да? А чего, почему Зенон Станиславович так ее гнобить? Да, почему, вот как вам кажется? Моя фамилия как, вы в курсе? Я понимаю. То есть вы за Зенона Станиславовича не собираетесь здесь отвечать? Ну, слушай, это вообще ненормально отвечать за другого человека. Не знаю, но вы как-то были... Я думаю, что вопросы о Зеноне Станиславовиче корректно задавать Зенону Станиславовичу. Сегодня будет прессовая конференция. Пожалуйста, приходите, там будет присутствовать Зенон Станиславович. Пожалуйста, приходите, задавайте любые вопросы. А вам, как кажется, Тихановская достаточно делает в этом направлении или нет? Я думаю, что у нас сейчас 23-й год, и вопрос войны, он решается прежде всего военными и силовыми средствами в рамках войны. Хотя дипломатия, конечно, тоже война, тоже важна, но это вопрос того, как будет развиваться ситуация дальше. Ну, а вот вчерашнее обращение Тихановской к белорусам. Да, как вы мы его испугались. Оцениваете вообще своевременность? Вы не видели, не читали? Ага. То есть, ну, понимаете, к сожалению, ситуация такова, что зачастую, скажем так, практическая деятельность, она требует очень много времени. Причем иногда на новости времени не остается, как это ни парадоксально. Есть бумажки, есть бюрократия, есть какие-то встречи. Там очень много такой нудной работы противной, которую терпеть не могу, но которой приходится заниматься. А в двух словах, что там... Ну и кроме того, честно говоря, мне не интересно, в общем, что там в этих обращениях. Они редко бывают какими-то содержательными. А что там такого было революционного? Она попросила запастись продуктами, водой для питья, подготовиться. Водой для питья. Да, но для чего? Водой можно уже поливать, мыться, ты же понимаешь, чистой водой. Консервами там, всем таким. Мол, как будто бы... Как будто бы у нее и у штаба есть какое-то знание. Это мы предположили потом. Мы так, ну, а с чего вдруг такое обращение к белорусам? Что вот-вот уже сейчас полетят какие-то на Беларусь ракеты. То есть как будто уже военное положение, и сейчас вот будет война, которая перекинется на территорию Беларуси. И в соответствии с этим, пожалуйста, вот имейте в виду то-то, 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 подготовьтесь к этому. Позвоните родным, предупредите. Вот. Вот вы говорите о том, чтобы люди учились делать коктейли Молотова тихонечко, там, спокойно. Спокойно и тихонечко. А Светлана Тихановская заявляет о том, что люди готовились, консервы запасали. Вот в чем был. Значит, смотрите. Я вам скажу очень простые вещи, как человек, который там пережил наводнение, землетрясение и войну. Значит, иметь дома запас воды пресной всегда хорошо. Потому что и блэкаут там в Нью-Йорке. То есть у меня были в жизни такие ситуации. И теракт 9-11 я тоже уже в Нью-Йорке находился. Значит, иметь дома, вне зависимости, война, не война, мир, Америка, Беларусь, Польша, запас пресной воды, хотя бы дней на 10, всегда полезно. Иметь дома какой-то запас еды дня на 3-4, всегда полезно, которая хорошо хранится, вне зависимости от войны. Второе. Значит, приедьте в Киев и посмотрите, в магазинах все продается, несмотря на то, что ракеты такие летят. Третье. Если это действительно война, то запастись гречкой, тушенкой и чем-то там еще все равно полностью не получится, потому что у кого автомат, у того и тушенка, а не у кого... Даже если вы запасли тушенку, то тот запас автомата вашу тушенку отожмет. И в условиях войны скорее есть смысл думать о том, куда вы присоединяетесь, с какой стороны. Есть исследование о том, что наибольший процент потерь на территориях, где идут современные конфликты,
несет гражданское население. То есть, если вы хотите увеличить свои шансы на выживание, вам нужно примкнуть к одной или второй вооруженной группировке. Потому что за счет структуры... У меня впечатление, что все зависло. Да, вам, наверное, позвонил кто-то. Нет. Вы про... Нет, я не с телефона. Совсем на чуть-чуть. Примкнуть к какой-то из группировок. Из вооруженных группировок, из воюющих сторон. Это увеличит ваши шансы на выживание. А если вы запасете много бензина и много тушняка и много гречки, то это выше ваши шансы, то это только увеличит интерес воюющих сторон к вам как источнику ресурса. Два практичных вопроса, очень практичных. А, радио. Еще то, о чем обычно забывают. Радио. Купите радио. Да, это тоже было в списке. А что радио надо? Было. Приемничек. А, запастись приемничком? Да, приемничек, потому что когда падает интернет, связь и все остальное, все равно очень важно понимать вообще, что происходит, что случилось, куда бежать, что хватать. Если наводнение, так нужно лезть наверх, а если там артобстрел, то в подвал. Главное не перепутать, потому что если наводнение, ты в подвал, или так потонешь. Неловко там, да, будет. Два практичных очень вопроса. Насколько важны пожертвования на деятельность полка из Беларуси? Это первый вопрос. И второй, может быть, вы знаете способ безопасно донатить в ВСУ? Значит, пожертвования на деятельность полка очень важны. Значит, единственный способ, который я знаю относительно безопасно, это крипта. Значит, я переадресую этот вопрос киберпартизанам, потому что вопросы безопасности, крипты, их компетенция там на порядок больше, чем у меня, если не на два порядка. И также этот вопрос, я думаю, стоит задать представителю полка, кому-нибудь, кто непосредственно работает с деньгами. Как именно это сделать безопасно? Я на данный момент ответить не готов. Полностью развернуто и ответственно. Но пожертвования супер-супер важны. Поняли, услышали. Давайте немножко, у вас есть... Война – очень дорогой вид деятельности. Да. У вас есть еще несколько минут на нас? То мы болтаем, это уже больше это самое. Просто хотелось бы обсудить еще очень важный пласт. Давайте минут 5, и мне нужно ехать. Договорились. Тогда скоренько, буквально по-профессиональному, можно сказать так. А, сделаем близ. Да. Как человек... Ну, или ты задавай просто. Давайте я спрошу. Давай. Как человек с мозаичной психопатией, по вашей версии, смог так долго держаться у власти и подчинить себе все, что только можно было? Именно благодаря тому, что у него есть определенные особенности характера, эти особенности характера дают ему конкурентное преимущество в политической борьбе. Какие? Грубо говоря, отсутствие эмпатии позволяет принимать более жесткие решения. Склонность видеть везде заговоры, либо деятельность, направленную против него лично, позволяет там вычистить 9 человек, которые в мыслях не имели, но одного, который где-то был нелоялен хотя бы в мыслях. То есть и так далее, и тому подобное. То есть определенные черты характера, которые являются следствием... Вот состояние психики такого дают ему конкурентные преимущества в политической борьбе. Человек 20 уже в нашем чате за время трансляции попросили вас поставить диагноз Путину. Угу. Без комментариев. Для Хорошо. Того, чтобы поставить диагноз Путину, необходима очень серьезная работа. Было в случае с Лукашенко. Это определенная методология. Я этим не занимался, времени и ресурсов на это не имею. Более того, мое мнение, скажем так, гипотеза, не утверждение, что Лукашенко настоящий психопат, а Путин пытается им прикидываться. Но это так, скорее не на профессиональном уровне, на уровне гипотезы или там... Человеческих ощущений. Оценочного суждения. Да. Не удивлюсь, если мы когда-нибудь узнаем, что Макей самоубился. Это ваши слова, вы написали об этом в Фейсбуке. Способен ли Лукашенко с его расстройством... С расстройствами его, которые вам известны, способен ли он на подобный шаг когда-нибудь, когда прижмут? Не исключаю. Если толпа будет стоять под дворцом, он будет понимать, что сейчас прорвут последнюю линию обороны, то не исключаю. Не утверждаю, но исключать бы не стал. Извините, каким способом? Не знаю. Хорошо. Письма, ваши знаменитые письма Лукашенко. Зачем вы их... Ой, это было давно и неправда, я уже про все забыл. Это было я был какое-то... молод. Да, я тоже... Я тоже проходил свою эволюцию. Это эволюция, там, изменение взглядов, на опыт, который я получал, в том числе политические, организационные деятельности. Ну, это было какое-то там политическое детство. Вы вернетесь в прекрасную Беларусь будущего?
Да. Спасибо. Только это должна быть белорусская Беларусь. Пусть у Навального будет прекрасная Россия будущего, а у нас белорусская Беларусь. Потому что Беларусь не Россия.